Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Lampa.ua. Меня зовут Андрей, а темой данного обзора будет коллекция AI от производителя Новодворске. Коллекция эта очень большая, но в данном обзоре речь будет идти о настенном светильнике. Он предлагается в четырех цветах. Это белый, серый, также еще графит, это темно-серый и черный. Он полностью металлический, покрытие у него матовое. Это светильник направленного света, его можно поворачивать в разные стороны. К тому же вынос тоже меняется, можно будет в этом месте зажим ослабить и выставить в то положение, которое будет удобнее всего в конкретной ситуации. То есть движется он, перемещается по этой направляющей, по всей длине. Также по этой, вверх-вниз, то есть выставляете как угодно. Поворот у него по вертикали может быть, вот так. И также лево-право по горизонтали. Патрон в светильнике ЖУ-10, он из керамики. Максимальная допустимая мощность потребления лампы 35 Вт. Лампочки в комплекте нет, она приобретается отдельно. Поэтому можно использовать как галоген, так и LED-светодиодные. Я использовал LED-лампу потребления 6 Вт. Можем его включить. Куда мы его направляем, то место он и освещает. Можно его использовать даже с письменным столом вместо настольной лампы. Установив его рядом со столом на стене, это очень удобно будет. Можно как прикроватный для чтения и в любых других ситуациях, когда нужно осветить какое-то направление или предмет. Его даже если правильно выставить, и можно что-то освещать на стене, установив, допустим, такое положение. Лампа здесь снимается, устанавливается на полуоборот. В комплекте будет такая силиконовая присосочка, то есть вы ее к лампе прикрепили, сделали полуоборот и достали. Точно так же поставили обратно. Крепится он плотно этой частью к стене. Кстати, на потолок его тоже можно установить при необходимости. Диаметр основания 5,5 см. Это монтажная планка, отверстия будут на расстоянии 3 сантиметров. На этом у меня все. Кому понравилась данная модель, переходите по ссылке в описании. Приятных покупок. С вами был Андрей, интернет-магазин Lampa.ua. Всем пока.